Приветствую, дорогие друзья! Рад вас видеть на своем канале. Я буду каждый день рассказывать интересные факты, про которые, возможно, вы не знали. Так что желаю вам приятного просмотра. Нынешний американский флаг был разработан старшеклассником. Он начался как школьный проект для младшего класса Боба Хёфта по истории в 1958 году и получил неудовлетворительную оценку. У его дизайна было 50 звезд, хотя Аляска и Гавайи еще не были штатами, Хёфт полагал, что вскоре они получат статус штата, и показал правительству свой проект. После того, как президент Дуайт Д. Эйзенхауэр позвонил и сообщил, что дизайн был одобрен, учитель Хёфта изменил его оценку на пятерку. Также не забывайте подписаться на наш канал, поставить уведомления, чтобы не пропустить интересный факт, и в благодарность нам ваш лайк. Всем спасибо!